Нет. Но опасность проходит мимо. Я же, блядь, блокер. Да, блядь, блокер нахуй. Я же, блядь, блокер. Я же, блядь, блокер. Блядь, все в порядке, что ты с черепом получил. Сажай его. О, вот, вот это вот по-нашему. Во-о-о. Блин, иди в очко нахуй. В связи со злостным нарушением устава 5648-983 Джерсфёс получает штраф. Давай, давай, иди сюда, блядь. Сейчас нахуй буду рассказывать тебе, каково это сажать людей, блядь. Я не пойду. А ты пойдёшь. А вот не пойду, блядь. Я тебе уже поступаю. Нихуя, не пойду. Да пойдёшь, пойдёшь. Нет, не пойду. Давай, давай, блядь. Не-не, блядь. Да-да-да. Иди ты нахуй, блядь. Давай, давай. Я буду, блядь, сидеть. Давай, это... Мочь? Мочь уже. Да ну нет. Да я не хочу, нет. Сай, ты знаешь, сейчас кого напоминаешь? Я не пойду, не заставить, блядь. Знаешь, кого ты мне сейчас напоминаешь? Ну и без бабы, блядь. Когда, типа, потом два пацана стоят, типа, один ружья набирает. Такой, подними руки, дед. У меня же ружья, ну чё. Да. Вот не блять, не пойду. Сука! Сейчас у нас УПС будет. Блять! Не, развис. Выбыл. Рассказываю лайфхак, да, как победить Гремлина. Любный. Работай. Ебать, ебать, я, блядь, рискнул всем. А, и все. А как это произошло, я что-то, блядь, проебал? Всем рискнул, Сань. Художественный фильм спиздили. Он там три пакости выбирает, либо на одного, либо на всех нас распределяет. Сами рискнули всем. Минус бабку, минус шестеренки, и... ну ты понял. Блять, вот Рензлер, да, и люди его любят, и добрейший души человек, блять. Все, что хочешь. Здесь шестеренок, блядь. Здесь две монетки. Шестерен. Ну тут ты обосрался. Ну да. Ну ты спустивал. Блять, я сейчас это опять, да. Опа! Какая же ты руина! Да блять! Ладно. Что я получил с Волки? Ничего. Богатый мужчина, банкир, блядь, на свалке роет. Дело сделано. Это хобби. Хуевое хобби, блять. Все мы с чего-то начинали, да? Да. Это сижу ты еще, да. Небольшая халтурка. Вот, блядь, халтурка. Вот, сейчас будет большая халтурка. Да, куда ты можешь идти, блядь? Я могу... Нихуя тебе, а что там такого? У меня там полная рука. У него, блядь, у него одна карта нормальная, блядь. Ну-ка, показывай. Показывай. Да ебать. Небольшая халта. Ебать, небольшая, блядь. Все карты, блядь. Опа, чё? Сука, мразь, блядь, нахуй, ебаная. Заслуженный отдых. А почему у Лёхи, блядь, забрали? Просто ты долбоёб, не считаешь карт, чё делает, блядь? Тебе, блядь! Он это самое большое-то заботы. А, с наибольшей злой... Ой, блядь, Лёха, извини. Не вернул, блядь. Ну что, я тут? А кто не вернул тогда? Владян. Владян. Придурок, блядь.
Что вроде бы, вроде бы админ, блять, а вот за конфой не следит нихуя. Нам, блядь, надо забирать нас. А Владян-то при чем тут? Почему придурок? Да ты придурок, а не Владян, блядь. Блядь, я видно за Владяна так. Блядь. О, блядь. Пацаны, бега. Блядь. Блядь, ты еще последний ходил. Блядь, да идите вы, что, блядь. Дизлайк. У Ризли как дизлайк стоял, блядь, можем было нажимать. Лучшая игра, как бы. Хуяк! Чудеса? Дрока. Ну, блядь, игра, кажется, что сделать? Блядь, надо Луну забирать. 128, нихуя себе забрал. Блять, на самом деле я думал, мне дадут. Что, блядь, вообще никуда улетело. Сань, ты вообще нихуя не читаешь, да? Я так смотрю. Даже сука в настольной игре, блядь. Клички ебаные, я не быдло. Знаешь что, блядь, иди нахуй. Это все потому, что я не читаю. Да. Чтение это вообще для тупых. Нормально.